Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Дорогие мои зрители и подписчики моего канала, сегодня хочу вас пригласить сразу в 3 совместных проекта, которые будут проходить как ВКонтакте, так же и на моем рукодельном канале в виде общих отчетов с вашими процессами. По многочисленным просьбам я сегодня хочу объявить о самом первом совместном проекте, который будет называться «В мире животных 2020 год». Выделяю, подчеркиваю именно год, так как ранее на моем канале было уже 2 сезона на подобную тематику. В рамках этого СП можно вышивать домашних, диких животных, птичек, рыбок, рептилий и так далее, и так далее. Все, что связано с животным миром. Совместный проект под номером 2 будет называться «Женская красота». В рамках этого СП можно вышивать разных красавиц. Женские образы, портреты девочек, девушек, женщин, ангелы подходят сюда. И даже иконы, если это, конечно, Божья Матерь, либо Богородица. «Женская красота» – совместный проект под номером 2. Ну и третье СП будет очень просто называться «Пейзажи и цветы». В рамках этого СП можно вышивать разные времена года. Весна, лето, осень, зима. Пожалуйста, городские пейзажи, лесные пейзажи, морские. Все, что угодно. Все, что вам нравится. Все, что связано с природой. И в третий СП я добавляю цветы. Пейзажи и цветы. Так называется третий совместный проект. Всем добро пожаловать. Разные тематики, как видите, на любой вкус и цвет. Я настроила большие, огромные планы на 2020 год. И там тоже много красивых разных сюжетов. Если вам интересно, проходите, смотрите. Свою заявку я буду снимать отдельно. Это просто я выложила наборчики, сюжеты, что касается совместных проектов. Далее, девочки, наш СП начинается 1 января 2020 года, а будет проходить в течение 9 месяцев. Наверное, многие из вас прекрасно знают, что когда остается 3 месяца до конца года, мы начинаем подготавливаться к Новому году или завершаем другие процессы. Немножко отходим в сторону уже от совместных проектов. Поэтому я выделяю ровно 9 месяцев для каждого своего совместного проекта. Все желающие, присоединяйтесь. Будем в большой дружной компании вышивать женскую красоту, животный мир и природу, а также цветы. Что же можно вышивать в рамках нашего СП? А можно вышивать как с нуля, так же и начатые процессы на любом этапе. Главное добавить фотографию с подготовкой в отдельный альбом. Эти альбомы вы найдете в моей группе. Ссылочка сразу в инфобоксе, в гостях у Белочки. Да, обычно у меня там проходят разные совместные проекты. Далее, что касается самих отчетов, то отчитываться будет необходимо раз в месяц. Соответственно, если совместные проекты начинаются 1 января, то давайте до конца месяца. Или хотя бы до 3 числа включительно. Вдруг кто-то опоздал, забыл добавить фото с отчетом. Потом я буду закрывать альбом и открывать новый. Не пропустите. Если вы видеоблогер и желаете принять участие в любом из предложенных СП, буду рада любому вашему видео на канале. Главное пометить, что это СП, например, «В мире животных», «Женская красота», либо «Пейзажи и цветы», чтобы я вас сразу точно нашла. И не забывайте под вашими отчетами оставлять ссылочку на ваш рукодельный канал. Тем самым о вас могут больше узнать других рукодельниц и подписаться на ваш канал. Присоединяйтесь, девочки, будем вышивать. Я знаю, что всегда вместе веселее. И любой СП стимулирует все больше и больше вышивать. Ну, а теперь минутку внимания. Я ищу срочно спонсоров и добрых фей, которые смогут прислать подарки для наших участников любого из СП. «В мире животных», «Женская красота» и «Пейзажи плюс цветы».
Любые новые наборчики, которые запечатаны в хорошем состоянии, если вы не хотите вышивать или любите просто дарить подарки, стать феей, волшебной феей, то по всем вопросам можно со мной связаться на страничке ВКонтакте. Оставляю ссылочку, если что, пишите. Буду всем очень рада. На этом все. Если что-то я забыла, конечно, напишу сразу под видео в инфобоксе. Итак, всем добро пожаловать в мои совместные проекты, которые будут проходить целых 9 месяцев. И я надеюсь, что за это время мы много красивого вышьем вместе с вами. С вами была Алла Белочка. До новых встреч. Всем пока-пока.